воскресенье. Ну, а в это воскресенье Одесса все-таки будет ликовать. Приветствую на сцене филармонии легендарного пианиста Алексея Ботвинова. Накануне музыкальной презентации прогулку по любимому городу с гением фортепиано совершила и Елена Семинская. Сюжет специально для главного. Самый известный в Европе одесский пианист Алексей Ботвинов спустя год снова дает концерт в родном городе. Музыкант был невольным участником прошлогоднего скандала в оперном театре, связанного с премьерой оперы «Турандот». Конфликт окрестили битвой консерваторов-инноваторов. Спустя год музыкант, который в этой истории представлял лагерь новаторов, делится своими мыслями по поводу произошедшего в оперном. У меня был целый год действительно связан с оперным театром. Это было такое, ну, главное дело, ну, вот, прошлого года у меня. Естественно, вспоминается. Но сейчас я могу сказать, что для меня четко ясно, что, ну, я оцениваю для себя положительно свой баланс деятельности в оперном театре, потому что ну, удалось добиться достаточно многого, в принципе. Два спектакля хороших в той ситуации, которая была тогда, это достаточно много. Вот я имею в виду балет «Нурия Форева» и оперу «Турандот» в постановке Кристиана фон Гёце. Тем более, очень важно было все-таки довести до конца эту постановку, все-таки показать премьеру, классическую оперу в современной режиссуре. Сама премьера пошла с огромным успехом. Ну вот это самый большой успех. И для меня очень важно то, что сейчас эта опера, сначала ее как бы сняли вроде бы с репертуара, а сейчас опять она вернулась. И публика ходит, и пресса хорошо пишет, журналисты. То есть этот спектакль все-таки остался как-то в сердцах у публики. Ботвинов поддерживает связь с немецким режиссером Кристианом фон Гёцем, который ставил на нашей сцене современную «Турандот». Он захотел снять кино под названием «Как здесь ставить оперу в Украине?». Предложил мне играть главную роль. Я отказался, потому что мне, ну, это был бы такой уже сатирический фильм о том, как ужасно и бюрократичное государство Украина. Я не считаю нужным, так сказать, ну, в этом принимать участие. Серьезно? Он так захотел? Нет, абсолютно серьезно. Таким образом, немецкий режиссер хочет рассказать о тех проблемах, с которыми столкнулся, работая в Украине, говорит Ботвинов. Да, его эта история как бы не отпускает, и он, я не знаю, может, он все-таки как-то будет, сказать, без моего участия это все делать, потому что ему кажется, что это очень интересно. Он рассказывал там всяким своим людям влиятельным, знакомым в Европе, и они все говорят, что да, вот если такой фильм хорошо сделать, это будет интересно все. Ну, может быть, это художественный фильм на основе реальных событий. Но то есть для него... Эпический провал Украины в глазах мирового общества. Вот поэтому я, естественно, не могу это никак поддержать, потому что моя деятельность здесь направлена не на, скажем так, грубо, не на самом пиар, на то, чтобы делать что-то хорошее для родного города. Далее Алексей Ботвинов рассказал об еще одной жертве скандала, тогдашнем, и о директора оперного Анатолии Дуде. Анатолий Дуда преподает в консерватории, он профессор консерватории, он вот сейчас вот возил своих студентов на международный конкурс в Италию. Они получили там гран-при, вот сейчас опять едет на другой конкурс, не помню, куда-то в Скандинавию. То есть он занят преподавательской деятельностью и поет в концертах. Музыкант рассказал о своем отношении к коллективу оперного. Я знаю Надежду Бабич давно. В общем-то, у нас всегда были очень хорошие отношения. Она меня так поддерживала, когда была начальником управления культуры. То есть я желаю всяческих успехов, однозначно. Вот. Ну, то есть таких тесных контактов я не поддерживаю, но, в принципе, отношения у меня к оперу, ну, очень, естественно, хорошие. Желаем всяческого успеха. И напоследок прогноз известного музыканта касательно современного украинского оперного искусства. Вот. Для меня было очень важно действительно показать одесской публике то, что современная оперная режиссура – это
может быть очень талантливо, здорово, интересно, современно, и избавить его от этого предубеждения, потому что это режиссуры современные прям пугали каких-то страшилками младенцев. Вот, то есть этого удалось добиться. Конечно, я теперь понимаю, что, может быть, нельзя было добиться всего того, чего я хотел, поскольку, конечно же, оперное искусство вообще, в принципе, в Украине в очень сложном положении, потому что это, как правило, все эти вот театры, одесский наш, киевский, львовский, донецкий, это такая громоздкая машина, бюрократическая, еще с советского образца, и все эти законы, по которым она работает, они все написаны в советское время. То есть для того, чтобы что-то сделать, нужно изменить для начала систему, потом можно что-то быстро двигать. А так как мы вот, как я работал в таких условиях, это очень сложно. Действительно, просто ну, каждый шаг согласовывать по 10 раз, это просто абсурдно, конечно. Может быть, должно пройти какое-то еще время для осмысления, а потом вот этот вот процесс ну, обновления вот, в опере, в балете пойдет. Я в это верю. Елена Семинская, Дмитрий Бондаренко. Специально для главного. Не будем ворошить прошлое, но обязательно спросим о будущем. У главного героя этой недели в студии главного Алексей Ботвинов. Добрый вечер. Добрый вечер. Сразу переходим к завтрашнему концерту. Во сколько? В 7? В 7 часов. Филармония. Да, филармония. А вот что? Ну, в первом отделении я буду играть сам, сольное произведение Шопена. 5 ноктюрнов, первую балладу, знаменитое произведение, очень, ну, такая, скажем, прекрасная, очень-очень красивая, по-хорошему, музыка. Во втором отделении не менее прекрасная, но музыка с оркестром, с камерным оркестром филармонии нашим. Моцарта концерт, знаменитый 21-й до-мажорный концерт. То есть в первом отделении соло, во втором отделении с оркестром. В 7 часов вечера. Музыка такая, которая доступна ну, любому человеку, даже если первый раз придет на концерт, то получит большое наслаждение. Одесская публика вас не слышала год, да? Да. Как вот ощущения такие внутренние? Есть ли волнение такое творческое перед выходом на сцену филармонии? Или, ну, вот какие ощущения? Ну, волнение творческое всегда есть, если его нету, тогда это как бы что-то не то. Но есть чувство радости, встречи с родной публикой. В общем-то, я очень люблю мой родной город, он остается у меня всегда в сердце, и встреча с публикой всегда очень, действительно, в первую очередь, радостна. Так, и 16 июня намечена презентация не менее масштабного, но даже, я бы сказала, это новый проект для Одессы, и давайте подробнее поговорим о нем, что 16 июня смогут наши зрители увидеть в Украинском театре. Да, это будет в Украинском театре. Это мой первый опыт работы с драматической пьесой. В принципе, как бы я там сделал инсценировку по роману, замечательному, просто гениальному роману современного русского писателя Михаила Шишкина «Письмовник». И эта пьеса, которая будет представлена на суд нашей публики, называется «Письмовник. Элегия». То есть это такой немножко экспериментальный проект, где драматический театр сочетается с живой музыкой на сцене. Я буду и играть, и как бы рояль будет комментировать происходящее, и практически будет три ну, равно главных персонажа. Он, она, два актера, наши прекрасные актеры, очень известные одесской публике из труппы Украинского театра Ольга Петровская и Евгений Юхновец. И вот я с белым роялем. И это должно быть очень интересно. Новый жанр. То есть я пытаюсь сделать какие-то проекты вообще, если так посмотреть, на последние годы моей деятельности, которые находятся как бы на стыке разных искусств или просто являются синтезом разных искусств. В данном случае это драматический театр плюс концерт. Для этого вот я сам написал сценировку этого романа и его сейчас режиссирую. Для меня это первый такой опыт. Очень-очень интересно. И я должен сказать вот нашим зрителям, что премьера этого проекта уже прошла, в принципе, в Москве, в театре «Школа современной пьесы», где художественный руководитель, хорошо известный нам наш земляк Иосиф Райхельгаус, вот он предложил там провести это. И это было в марте месяце с Ириной Алферовой, нашей знаменитой
звездой театра и кино, и Вадимом Колгановым. И был, кстати, Ирина Алферова предложила, чтобы это было, этот проект показать в ее юбилейный вечер. Это совпало ее юбилеем. Было много прессы, был супер переаншлаг, все было раскуплено задолго, и очень-очень хорошо прошло. Вот. То же, что сейчас будет в Одессе 16 июня, это еще более расширенный вариант, скажем так, вот там будет больше возможностей театра, там будет уже настоящий такой спектакль со светом, с большим количеством репетиций. Вот мы сейчас репетируем с актерами очень много, и я очень-очень воодушевлен, мне очень хочется сделать такой, ну, если можно так сказать, немножко пафосно, подарок одесской публике. То есть мне хочется, чтобы этот проект жил, и мы надеемся, что он будет долгоиграющим. И его постараемся показать в других городах Украины тоже. Ну, а чем отличается работа? Вот у вас уже большой опыт достаточно с работниками оперного театра, с актерами оперного театра. Драматические актеры чем отличаются? Им-то больше, они актеры-то разговорного жанра больше. Не, ну другое, конечно, специфика вообще другая. Но ну, творческие люди везде творческие люди. Очень приятно иметь дело с талантливыми людьми. Вот эти два актера, ну супер талантливые. Кстати, я уверен, что они произведут сенсацию, потому что мне кажется, что они раскрывают вот в этой постановке тот свои возможности, тот потенциал, который еще не видела наша публика. И Ольга Петровская просто феноменально получается роль, и Евгений Юхновец тоже очень глубоко, трогательно, замечательно. Дело в том, что здесь, конечно, легче, потому что как бы спектакль более камерный, задействованы вот два актера, и там, ну, всех, ну, персонала вокруг не так много, как, допустим, это было на постановке там, «Турандот», когда было просто сотни людей, Конечно, это сложнее. И когда это связано с государственным финансированием и поиском спонсоров плюс большие деньги, это очень-очень сложно в нашей стране, конечно, что тут греха таить. Здесь проект более камерный, но я хотел его сделать так, и мы вот стараемся все вместе сделать вот таким образом, чтобы он был, ну, настолько сильно действующим, чтобы, ну, скажем, потряс зрителей не меньше, чем какая-то опера с сотнями людей. Но вот оперу ее достаточно просто вывести все-таки за границу, потому что язык интернациональный. Mm-hmm. А как быть вот с этим проектом? Если в Москве его презентовать можно, и московская публика его поймет, то планируете ли вы с ним выезжать куда-то за далекую границу, где русский, украинский язык не будет непонятен зрителям? Ну, это будет спектакль идет на русском языке. На русском. Потому что это русская проза, совершенно потрясающий язык. Вы знаете, во-первых, и Россия, и Украина большие страны, там достаточно куда поехать для начала. А потом видно будет, ведь мы же знаем, что есть энтерпризные такие проекты небольшие, которые ездят на русскоязычную публику по всему миру. То есть, в принципе, нужно сделать хороший качественный спектакль, я надеюсь, что нам это удастся, и тогда будут перспективы хорошие. В принципе, все очень просто. Где-то не занимаешься, я вот занимался и музыкой, вот, и где-то вот с оперой здесь. Главное сделать такой продукт, который... Культурный продукт, это сейчас модное слово такое, на самом деле это искусство, конечно, который настолько глубоко затронет сердце человека, что он будет потом говорить другим людям, все это будет как бы такая пропаганда происходить, и людям будет интересно ходить. Мы хотим сделать продукт таким, спектакль, чтобы людям было интересно прийти на это еще раз, и может быть несколько раз. Ну, ваш концертный график включает колоссальное количество, наверное, для пианиста концертов. В мае у вас 5 выступлений, 5 концертов. Это согласно вашему официальному сайту, скажем так, списку ваших выступлений. Но большинство из них, вот только один концерт, вернее, теперь уже 2 получается в Одессе, а в остальном, в большинстве своем это все происходит в Цюрихе, Швейцарии, ну и в других странах Европы и не только. Насколько вам получается в этом еще вклинивать, скажем так, экспериментальные постановки, и когда вы все успеваете делать? Когда успеваю, я сам не знаю, но я могу сказать, что очень большое желание. Мне вот как бы немножко тесновато в каких-то рамках. Вот, допустим, я, естественно, моя основная профессия – это пианист, музыкант, и я это люблю, без этого жить не могу. Но мне все равно хочется пробовать что-то другое. И вот это мое желание, оно настолько сильное, что я действительно стараюсь, как-то нахожу время, каким-то образом помогают мне мои близкие, чтобы все постараться успеть. Вот эти концерты с визуализациями, которые проходили как раз на Потемкинской лестнице в прошлом году и так далее. Это расскажите об этом эксперименте. Насколько он популярен у зрителей? И хотелось бы узнать, будет ли продолжаться вот такая вот добрая традиция уличных концертов. Ну, это замечательная традиция, конечно, во всем мире она очень востребована. После одесского концерта были выступления в Донецке, на ура, можно сказать, просто с огромным
успехом, интересом и у публики, и у средств массовой информации. В Киеве был замечательный концерт на Софиевской площади, тоже были все наши украинские главные средства массовой информации, очень хорошо это осветили. Было около 5000 человек. Для классического такого ивента, события, ну, в Украине, это очень много, это, ну, супер. Потом мы были в Москве, причем дважды, сначала в таком презентационном элитном кругу, а потом в Доме музыки был большой концерт, тоже прекрасно. То есть, в принципе, везде публика воспринимает это на ура. Единственная, ну, скажем, загвоздка в том, что этот проект, ну, немножко требует каких-то финансовых вложений, потому что понятно, что там и сцена, и виджей, и звук, и свет, то есть это не просто, допустим, концерт. Даже вот мой спектакль, он как бы, ну, проще провести, чем вот. Это немножко затратный проект. Я говорю немножко, потому что все равно это значительно меньше, чем любой поп-концерт. Тем не менее, нужна помощь меценатов. Вот когда найдутся меценаты в Одессе, которые немножко помогут, обязательно это случится. То есть я очень хочу этого. Я знаю, что, ну, публика тоже как бы ждет продолжения. Вот традиция уличных концертов, она свойственна в основном вот странам СНГ, либо в Западной Европе тоже. Я знаю, что фестивальные площадки, да, они достаточно часто проводятся под открытым воздухом, под открытым небом. А что вот с такими концертами, где может выступать один музыкант? Бывают ли уличные концерты? Безусловно, я очень часто играю. Вот сейчас у меня будет опять в августе один концерт в чешском замке на открытом воздухе, другой в... тоже в таком замке, двор и замок, в Швейцарии на берегу озера, тоже в августе. В принципе, в Европе, ну и в Америке, это очень-очень развитая форма. То есть, как только есть хорошая погода, организовываются, ну, десятки концертов в каждом городе. Разные, большие, огромные, оперы ставят с большими кулисами, с видеоинсталляциями. И маленькие, камерные, просто, допустим, рояль или вокал с роялем. И люди ходят. Чаще всего это спонсирует город, потому что это очень важно для атмосферы в городе. То есть мэрия любого города проводит какое-то количество таких вот событий. Обязательно, потому что это необходимо. Чаще всего бесплатный вход. Ну, это, ну, признак цивилизации, вот нашего европейского уклада в хорошем смысле слова. А у нас этого не хватает. Нет понимания у вот, тех, кто руководит, кто может помочь в бизнесе, о том, что это важно, то, что это важно не только для музыкантов, а в первую очередь это важно для общества, для ощущения, вот как мы говорим, да, городская громада. Но это очень важно, чтобы в городе происходило что-то, что, ну, мог бы как-то сплотить людей на основе каких-то действительно высоких, прекрасных ценностей, честных и благородных. На более попсовой площадке Евровидения, там вот, даже наша команда, когда ехала в этом году, они перевозили песок, свои платформы, много-много всего, но, в принципе, каждая команда на гастроли едет со своей аппаратурой. Mm-hmm. Алексей Ботвинов за собой возит свой рояль, либо в каждом городе у него по роялю? Ну, вы знаете, дело в том, что сейчас... раньше это было, может быть, необходимо. Лет 50-60 назад были музыканты достаточно много, которые действительно ездили, договаривались с фирмой, там, Steinway или Yamaha, и возили свои рояли. Сейчас уровень цивилизации и культуры такой, что, в принципе, в даже самом маленьком городишке, который у нас считалось бы ПГТ, есть прекрасные хай-класс инструменты. То есть нету никакой необходимости. Куда ни приехал, везде есть очень хороший инструмент. И зачем, так сказать, городить огород, когда уже все, вся инфраструктура сложена очень хорошо. То есть легко. Приезжаешь и играешь. Ну, это, конечно, уже радует. В советское время мы помним, что был бум на фортепианное искусство. Не было, по-моему, каждый второй ребенок ходил в музыкальную школу, и из них каждый второй, опять же, выбирал своим инструментом фортепиано. Сейчас вот часто ли вам, не знаю, может быть, приходит такая мысль в голову популяризировать это искусство настолько, чтобы оно снова вошло вот в такую моду? Сейчас в основном дети либо играют в музыкальных школах, уже появилась специализация синтезатор, либо все-таки выбирают гитару. Пианино, как-то говорят, даже вот преподаватели жалуются, говорят, вот отошло на второй план. Ну, еще не сильно отошло, но процесс идет. Вы знаете, я вам скажу вот такую вещь. А вот этот бум, который был в советское время, сейчас наблюдается в Китае. Еще так. Огромнее, невероятно. Но мы судим по нашей консерватории, вот. На да, самом деле. Да, достаточно посмотреть, да, сколько там, какое соотношение. Большая часть китайцев. В основном Китае просто так только открывается какая-то новая музыкальная школа, там люди стоят, там родители в очередях всю ночь, чтобы записаться. То есть невиданный бум. А теперь давайте посмотрим. Вот Советский Союз был тогда наравне с Америкой, как бы в лидерах мировых, сейчас он дошел. Сейчас мы видим, что происходит в Китае. Он скоро догонит Америку. И почему-то, вот давайте сопоставим. Вроде прямой связи нет. Вот учится на фортепиано и бум в стране.
экономические. А связь есть очень глубокая и правильная, потому что общество, которое поддерживает культуру, оно заботится о своем будущем. Почему китайцы стали это делать? И там очень, видимо, умные люди руководят страной, но достаточно посмотреть, что происходит последние 20 лет страны. И это вот, в общем-то, пошло сверху, это было как бы указание партии китайской, что надо поддерживать. И вот пошло, поехало, и сейчас вот такой невиданный бум. Они вкладывают как бы в будущее. С своей стороны, чтобы было меньше преступности, меньше вот, потерянного поколения молодого. Ведь сколько есть миллион всяких работ, которые доказывают с фактами о том, что человек, который учился музыке, он более социально приспособлен. Во всех смыслах. Плюс это очень помогает развитию координации и даже работе на компьютере. Все, я уже не говорю о том, что музыканты потом прекрасные появляются. То есть, я везде пытаюсь об этом говорить. Наше государство и, в первую очередь, даже не государство, а бизнес. Те люди, которые имеют возможность, должны подумать о том, что поддержка культуры необходима для будущего этой страны. И вот их же самих, их же семей и детей. Спасибо большое, Алексей Спасибо. Ботвинов, за то, что нашли время прийти к нам в студию. Мы желаем вам завтра успехов на концерте. Да. Ну а всем одесситам напоминаем, что завтра в 7 вечера в филармонии состоится концерт Алексея Ботвинова. Ждем всех там, а в понедельник из новостей на АТВ вы узнаете, как же этот концерт проходил и кто там был.